Марафон праздничных выходных уже на носу, и я, Анна Троян, знаю, как его провести, даже если у тебя нет собственной дачи. О городском отдыхе смотри далее в эфире «Афиша». Под деревом сидит, приходи к нему лечиться, и ворона, и лисица. Ну что, догадались, о ком я? Правильно, добрый доктор Айболит нагрянет в эту субботу в Космополис. Самый знаменитый врач для всех зверей в самый добрый праздник 28 апреля, день ветеринара. Приходите в орбиту со своими малышами, и вы узнаете все-все-все о своих питомцах и не только. Большое событие грядет на этой неделе. Пасхе посвятили мероприятия, в том числе и в Люберецких парках. В пятницу в Малаховке пройдет литературно-познавательная программа. А в субботу на Наташинских прудах и в Центральном парке будем развивать таланты на детском пасхальном мастер-классе. Начало ровно в полдень. И в это же время, 28 числа, Малаховский парк заиграет спортивными красками. Полоса препятствий для самых смелых, отзывчивых и веселых. Приходите улучшать свое настроение. Самых любимых и теплых праздниках нас ждет нескучный Первомай. Давайте вместе откроем весенний и летний сезон. Уличные увеселительные вечеринки прогремят в течение всего 1 мая в обоих парках города. Ну а в Малаховском парке вас ждет не только вкусный шашлык. Всплеск адреналина и невероятные эмоции. Музыкально-спортивная программа специфична. Там отметят открытие мотосезона. Обязательно приходите. Танцуют все 2 мая. Отплясывать захотите и вы, гарантирую. Центральный парк превратится в ретро-площадку. Приходите на зажигательный диско-вечер. Начало в 17:00. Такими красочными будут грядущие выходные. Обязательно проведи их весело со своими близкими. Это была Афиша и я, Анна Троян. Классного вам отдыха. Пока-пока.